я не знаю, что изменилось. Мне прям очень интересно увидеть. Я так же, как и все зрители, ждал каждого четверга, очень волновался. Ты все знаешь, ты знаешь, что с этими героями будет, ты знаешь, что они сейчас скажут. Но это все равно тебя эмоционально трогает. Это какая-то волшебная сила искусства. Мы выпустили «Экстра-Ок», мы представляем ждать нашего зрителя. И я очень благодарна ребятам. Точно можно сказать, что это не просто успех, это чистая победа. И, ребят, вы гении. Я хочу сказать спасибо всем, кто вкладывал эмоции, кто переживал. Ну, по крайней мере, такое есть ощущение, что сложилась история, за которую не стыдно. Этот проект – это очень мощное режиссерское, творческое и социальное высказывание. Да что, мурашки, смотрела, рыдала белугой. Часть души и часть сердца у меня вырвана сейчас. Немного грустно, что все закончилось. Мы же эту работу создавали именно как раз для того, чтобы показать, до чего жизнь такая может довести, до каких ужасных последствий. Вот эти иллюзии, которые у них были в голове, все показано, какую цену заплатили эти несчастные ребята –